Здравствуйте. Вечером 20 октября 2020 года на 24-м километре автодороги Оренбург-Акбулак произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Форд Куга». Один человек от полученных травм скончался на месте. Один госпитализирован. Инцидент произошел в районе 8 вечера на границе с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Приора», двигалась со стороны Оренбурга в сторону Солилецка. В зоне действия знака «Обгон запрещен» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем марки «Форд Куга» под управлением 39-летнего мужчины. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля получили значительные повреждения. От сильного столкновения 30-летний пассажир «Приоры» скончался на месте. Женщина, водитель «Приоры», с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение Оренбурга. В автомобиле «Форд», к счастью, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства трагедии выясняются. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть максимально внимательными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. В плохих погодных условиях будьте крайне осторожны. Проявляйте уважение и водительскую солидарность к другим участникам движения. Никогда и никуда не торопитесь. Благодарим за внимание, берегите себя. Всем пока.